На нефтяное пятно в чашке Петри насыпают порошок с микроорганизмами. Доли секунды. И вы все видите сами. Бактерии буквально съедают нефть. Мы сделали препарат на основе штамма микроорганизмов, выделенных из северных почв. Это природные штаммы микроорганизмов, которые питаются нефтепродуктами. Поэтому мы использовали природу для своих нужд. Биологическим препаратом можно очистить как поверхность воды, так и почву. Свою работу микроорганизмы начнут моментально. Безопасны ли штаммы для окружающего мира? Да, на 100%. На выходе лишь углекислый газ и вода. В эту лабораторию в НИИ ГАЗа, как, впрочем, и во все другие, посторонним вход воспрещен. Здесь ведут исследования, многие из которых не просто коммерческая тайна. Это разработки, которые на годы опережают мировые решения. В этой лаборатории сейчас разрабатывается очень интересная тема, о которой, наверное, рано еще говорить, но получение кормового белка из природного газа – это тоже актуальнейшая тематика, над которой ведется работа. Увы, подробности – это уже, как говорится, топ-секрет. Впрочем, как и формула вот этого полимерного продукта. С его помощью на месторождении можно получить уникальный буровой раствор с управляемыми свойствами. Эти свойства оператор может ими управлять в зависимости от проходимой части разреза, немного меняя состав раствора и наблюдая за ним, проходить совершенно разные геологические условия. И высокие температуры, и соляные пласты, и глинистые неустойчивые пласты. И, собственно говоря, получать устойчивый ствол скважины в любых условиях. С этим раствором буровикам подвластны и большие глубины, и высокие давления, и тектонически сложные разрезы, и даже максимально высокая скорость проходки. Всего одной формулой российские ученые решили проблему устойчивости скважин по всему миру. Повысить отдачу от скважины может вот такая разработка новосибирских ученых. Это комплекс для исследования скважин в процессе бурения. Буровик прямо на экране у себя видит в реальном масштабе времени, как он входит в пласт, что песчаник, либо плотный. Это очень помогает во время строительства. Но самое главное, что мы контролируем геомеханические характеристики бурения и даем рекомендации по всем параметрам, которые позволяют работать безаварийно. И все-таки иногда и этого мало. Из недр земли нужно еще суметь выдать на поверхность необходимые человеку углеводороды. Это в первую очередь месторождения, которые перешли в позднюю стадию разработки и содержат огромные запасы низконапорного газа. И во вторую очередь морские месторождения, которые расположены далеко от перерабатывающих заводов. В чем сложность? Жидкость мешает движению газа. Жидкость скапливается и задавливает скважины и сами шлейфы. Сотни экспериментов ведутся на особом стенде института. Его аналогов в мире можно сосчитать на пальцах одной руки. Расчетные модели сегодня строят все нефтегазовые компании, но единственно верной технологии пока нет. Тем более, что иностранные решения в силу уникальности геологических, климатических и других условий в нашей стране не работают. Чего стоит хотя бы интеллектуальная модель российской газотранспортной системы? Она содержит в себе целый ряд элементов, которые предназначены для того, чтобы втянуть в себя информацию, которая у нас есть, обработать ее максимально эффективным образом. О чем? Опять же, оценка технического состояния. И следующий пласт связан с тем, чтобы ввести в критериальную систему дополнительные учитываемые факторы, прежде всего связанные с оценкой технологического риска. Что такое технологический риск? Это некая такая композиция, которая связывает вероятность возникновения негативного события, отказа там, или еще какого-то события, и его последствия для окружающих объектов. Нужны ли нам импортные технологии? Конечно, нужны. Но доля их с каждым годом снижается. Необходимость технологической безопасности вывела российские заводы на первый план. Мы последние 3 года проводим выставки по импортозамещению. В 2016 году было участниками 26 предприятий. В прошлом году было уже 30 с лишним предприятий. Но самая масштабная выставка – это вот сегодня, где присутствует 50 предприятий на площади в 2000 метров квадратных, более 200 экземпляров самой разнообразной отечественной техники, которая вот по оценкам экспертов и специалистов не только не уступает зарубежным аналогам, а по многим параметрам превосходит зарубежные аналоги. И это не муляжи. Это реальные машины от компрессоров и газоперекачивающих агрегатов до автоматизированных систем и даже умных роботов.
Вот такой самоходный агрегат, самоходная машина может добраться к любой трубе и сделать это, соответственно, автоматически. Там стоит какой-то умный робот? Он производит позиционирование стыка и четкое наведение лазера в то место, куда, где должна быть произведена сварка. Что мы добились? По сравнению с аналогичными видами, присутствующими на сегодняшний день в мире сварочными комплексами, здесь минимальная разделка стыка, что позволяет сократить некий временной интервал. И мы добились скорости при сегодняшних условиях, при трубе 1420 толщиной 25,6 мм менее 1 часа. Это какие-то... Это капитальная, колоссальная скорость, которую сегодня вообще можно добиться в мире. Один из самых больших стендов – трубная отрасль. Стоит ли удивляться? Сегодня «Газпром» разрабатывает 154 месторождения в России, где эксплуатируется более 7500 скважин. Из них добываемые углеводороды транспортируются по более чем 200 тысячам километров промысловых и 172 тысячам километров магистральных трубопроводов. При этом задействованы 254 компрессорные станции и 22 подземных хранилищ газа. По самым скромным оценкам, для строительства этих объектов использовано свыше 63,5 миллионов тонн труб, и все они разные в зависимости от условий эксплуатации. Один из видов продукции, который наш завод, наша компания поставила в адрес «Газпрома», это трубы, предназначенные для эксплуатации в активных тектонических разломах. Такие трубы способны выдержать значительные нагрузки, возникающие в процессе сдвигов грунта, в которые они уложены. Труба при этом сохранит свою целостность, продолжит через себя пропускать газ, выдержит некоторое необходимое время до тех пор, пока произойдет замена такой трубы. Особые трубы используются для морских газовых магистралей. Они будут лежать на дне моря более полувека. Их делают из марганцево-углеродистой стали. Новые трубы не просто тестируются, образцы в прямом смысле рвут на части на полигоне в Челябинской области. Колоссальные давления, экстремальные нагрузки в разы превышают реальные условия эксплуатации. Сейчас мы располагаем такой информационной основой, что можем моделировать эти испытания, тем самым сокращая наши издержки на проведение дополнительных взрывов, потому что все-таки это мероприятие достаточно дорогостоящее, и, конечно, можем сказать, что у нас есть, мы в науке, именно в науке, вот, сделали шаг вперед с точки зрения моделирования и поведения труб. В ближайшем будущем в России начнут производить и совершенно новую линейку труб. И дело уже не в диаметре, стали или покрытии, в интеллектуальных особенностях. Умная труба – это по факту новая импортоопережающая трубная продукция. То есть это труба, которая с помощью встроенных еще в процессе производства датчиков способна осуществлять передачу данных в текущем состоянии газопровода в процессе его эксплуатации. То есть позволяет получать в режиме реального времени данные о том, в каком состоянии находится газопровод, все ли в порядке или что-то, происходят какие-то отклонения. Умными и компактными становятся даже газоизмерительные станции. Вот такая российская разработка, по сути, труба со встроенными датчиками, заменяет капитальные сооружения с десятками агрегатов. Комплекс устанавливается под землей в специальном боксе и встраивается в магистральный газопровод. Есть измерительный участок, то есть трубопровод, в который устанавливаются датчики под углом трубопровода. Их много получается. Да? 32 штуки. 200 тысяч раз в секунду они вибрируют и излучают акустический сигнал. И, соответственно, с другой стороны принимают этот сигнал. Соответственно, когда идет газ, то сигнал по потоку приходит быстрее с одного датчика на другой, а в другом направлении медленнее. И по разнице распространения сигнала измеряется скорость в каждой точке потока. Также нужно иметь в виду, что производится 10 измерений в секунду, причем каждым каналом. За эту разработку ее создатель получил мировое признание – второе место на конкурсе молодых ученых из 70 стран. Другое изобретение российской компании – анализаторы газа уже не только активно используют в России, но и в 30 странах мира. Импортозамещение ли это? Вряд ли.
Ну, безусловно, если бы было их производитель, они бы, безусловно, покупали свой. Но дело в том, что здесь и по технологии, и по стоимости мы просто во много превосходим их. Поэтому это только единственная причина, почему они используют наше оборудование. А мы от импорта понемногу отказываемся. Само собой, если можем сделать сами. Например, особую сталь резервуара для хранения сжиженного природного газа. Да, действительно, в мире такая сталь есть. Ее производят немецкие и японские производители и собирают подобные хранилища, ну, в других местах в мире. Что сделали именно мы? За буквально полгода поставили на площадку портовую уже детали, изготовленные из вот этой криогенной стали. То есть мы за полгода ее произвели, аттестовались по всем необходимым стандартам, вырезали из нее нужные детали, больше 1800 штук вот в этом резервуаре, и привезли в нужное время вот сюда, на строительную площадку. На этой площадке, строительстве российского завода СПГ, наша съемочная группа была чуть меньше года назад. Не узнать. Достраивается морской терминал и самый длинный в мире криогенный трубопровод. Мы уже будем в эфире, а вы в этот момент будете устанавливать сердце системы. Что это такое и что еще для этого сердца нужно? Сердце системы – это криогенный теплообменник. Это уникальный такой аппарат, который будет участвовать в процессе сжижения подготовленного сырьевого газа, который впоследствии сжиженный природный газ придет сюда, на данный причал, где будут заправлять суднохранилище, от которого будет производить отгрузка готовой продукции, которая является голубым топливом и востребована во всем мире. Сердце системы изготавливает немецкая компания. Совсем недавно она локализовала производство в России и выпустила под Петербургом первый теплообменник для Амурского газоперерабатывающего завода. Локализация означает, что мы производим сердце любого завода СПГ, теплообменник, на нашей площадке в Санкт-Петербурге. То есть это не просто сборка. Мы обучали российских специалистов и все производственные этапы проводили здесь. Каждый аппарат мы разрабатываем индивидуально, в том числе учитывая климатические условия, что особенно важно в России. Мы готовы сотрудничать, говорит нам директор научного центра в НИИ ГАЗ, которому в этом году исполнилось 70 лет. Любой желающий, будь то физическое лицо или малоинновационное предприятие, или даже крупная компания, может использовать возможности портала для того, чтобы предложить свою инновационную разработку. И мы понимаем, что нельзя быть умными во всем. Очень много появляется новых направлений и готовы подхватить интересную идею, которая будет эффективно внедрена в компанию. О новых разработках можно говорить бесконечно. Сегодня российские специалисты и ученые предлагают более 1500 видов продукции, и многие на поколение опережают мировые аналоги.